классный напись. Влада, очень неплохо, много хорошего. Хорошая интонация, у тебя очень приятно звучит. То, что я сейчас скажу, по-разному говорят. Ну, нет, меня просто так учили, и мы любые замечания любим. Мне кажется, что ты, когда играешь, у тебя опускается правый локоток. Я не знаю, говорили тебе об этом или нет. На соль струне, кстати, еще ничего не говорят. Когда ты играешь ля и на ми, вот ты идешь, 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 он не должен опускаться, по идее. То есть это часть вот этого движения, когда мы ведем смычок. Я встречала несколько раз у разных учеников, и это, в принципе, и даже в Москве в том числе. Вот, но все-таки, если прям говорить, как лучше там писала, мы вот ведем, кисть начинает движение, а локоть мы не трогаем. Вот он у тебя как есть, ты его не опускаешь. Вот видишь, ты чуть-чуть вот так его подопускаешь. И потом садишься на пальчики. Но ты должна делать это движение не за счет локтя, задирала плечо. Да. И мы с этим боролись. Я может быть, это пошло от обратного. Может быть. Когда мы движение амортизировать смену струн, а не просто искусственно. Да, ну вот здесь, да, тоже мне, да. Мне очень не нравится. Искусственным путем, что вы соединяете. Это хорошо, что оно есть, потому что они прямая совершенно рука. Но я, правда, часто встречаю вот этот вот локоть. Почему? Мне кажется, это из-за того, что но она даже, вот это движение, оно у нее, знаете, она поддергивает его частенько. Вот потому у него что прям локоть. Поддергивает. Потому что он опускается, получается, что его уже сделать не так и удобно, если он опущен. Я, конечно, сейчас утрирую, он в такой, не в таком положении у нее находится. Но если его держать, то само это движение на пальцами, оно намного более гибкое, намного более естественное, а не искусственно создано. Но то, что оно у тебя есть, это прекрасно. Ну, пока уже не брать, давай начнем. Я особенно, конечно, на верхнем слое. Возможно, вы хотели сделать как бы вес руки, чтобы вот оно... Да, мы его делаем. Я вообще люблю глубокий звук. Я понимаю, это правильно. Я это понимаю. Но он не... Ну, как бы, это не очень помогает. Ну, знаете, мы очень много с чем боремся, поэтому, может быть, одно из другого, оно начинает перерастать. Да, мы согласны, когда я то, что говорю, я понимаю, что, скорее всего, педагог это тоже говорит, но я не могу это ну, учтем, сказать. Ну, конечно, все но учтем. Я могу не сказать, чтобы моя совесть была чиста. Правильно, конечно. Нет, мы для этого и приезжаем. Мы любим все замечания и стараемся прислушиваться. Вот, вот сейчас ты, у тебя, вот, посмотри, какая красивая ручка. Вот, видишь? И локоток, и кругленькие пальчики. И вот ты, когда ведешь вверх, ты должна просто постараться вернуться вот в это положение. Вот в это. Thank you.
Несколько. А у тебя получается не несколько, а у тебя получается прям на каждый смычочек. Mm-hmm. Ты садишься до, потом си, фа, ля, си, ми, до, ре, до, си, фа. Из-за этого немножко скучновато звучит. Все-таки не отпускай нотку вниз. Я понимаю, что это неудобно нам, скрипачам, делать, но тем не менее. Постарайся объединить. Очень тихо.
и не выкрикивать эти ноты, то просто их очень легко сыграть, но чуть пошире.
играешь сольное произведение, если ты будешь играть на концерте, то тебя будет просто мало. Пиано не воспринимай как что-то такое бесхарактерное, бесприметное. Пиано чаще всего, это форте, просто очень далеко. Вот ты видишь весь этот танец, ты или там слышишь, ты понимаешь, что у них, наверное, очень громко и очень весело, но это далеко от тебя, и поэтому пока пиано. Поэтому чуть плотнее и чуть больше характера. В чем может быть характер вот здесь? В чем характер? В точках, в штрихе. Молодец, в штрихах. И вот каждый штришочек должен быть в характере. Я не слышу та-та-та. Кстати, вот. Если слышишь, значит, все в порядке, значит, берешь. Давай.
страшно туда прыгать. Мне уже страшно прыгать. И ты не так и далеко туда прыгаешь. Нет, Лиссандали точно не боятся. Не боятся? Нет, мы на это обращаем внимание. Я одно время страшно боялся сам, я убирала все переходы, вообще ни одного перехода. Я вот не люблю эти дырки, поэтому я обращаю на это внимание. Да? Мы наоборот стараемся, вот на особенно переходы, когда на половину на предыдущем пальце, половину на следующем. Да, правильно. Я стараюсь так. Ну не у всех, конечно, получается. Я убирала все переходы, у меня был просто стерилизован. Ну да, прям дырки и все. Ну вот стараемся. У меня дырок, у меня не было дырок, у меня не было ни одного перехода. Потом, когда мы играли с Сингером вдвоем, и мы когда вдвоем занимались, он говорит, почему у тебя нет ни одного перехода? Mm-hmm. Я говорю, вот, учитесь. Я говорю, что это же средство выразительности. Я понимаю, это Моцарт, но а мы играли на пару. В этой середине, он говорит, играй спокойно, переходом. Он говорит, это же красиво. Я думаю, можно? Все равно ты боишься, Влад, не бойся. Не бойся, да. Нет, чем больше боишься, тем скорее не попадешь. Это закон. Максимально выразительно. Прям каждую ноту вибрирует. Ты видела, что ты остановила? А в начале, кстати, было лучше еще раз. Следи прям за этим. Вот тебе надо каждую ноту соединять вибрации. Вот не смычком сейчас, смычком, конечно, тоже. Вот именно сейчас только вибрации у тебя существуют. Молодец. Умница. Теперь пробуй так же, точно, только со смычком. Но не потеряй вот это ощущение. Ее аккуратнее правильно. И если она вниз, тоже. Скорее всего, она выдернется. Если, конечно, ты там увидишь, что стоит акцент. Если стоит акцент, пожалуйста. Но так как там его не стоит, поэтому всегда помни, что это опасность. Так же точно, без правой руки.
больше приходи, там есть два форда, которого ты не делаешь. Запускайся. Просто играть в пятницу, чтобы я послушаю. А мы можем писать. А, давай. Да.
Да, можно так сделать. Давай концерт. А вы второй раз не приходите? У нас уже У нас, смотрите, полтора часа каждого, да. Знаете, если можно, вот час 15 Влада, час 15 Никиты, я хотела бы вам еще дуэт показать. На Моцарте, в Виварде играем ре минор. Виварде? Виварде. Да, да, да. Дуэт. А, дуэт, не концерт. Концерт. Да. Подарили нам мастер-класс. Нам тяжеловато. Ну ничего, мы только знакомимся. Бах посложнее, да. Ну ничего, все впереди. Да, у нас планы. Да, у нас планы большие. И мы с вами хотели поговорить по этому вопросу. Да, потом с вами поговорим. Хотим дальше идти поступать. А тебе 13 лет? 13, да. 2,5 года еще. Можно еще понять по названию. Концерт, но все равно понятно, что он более такой торжественный и личный. Во-первых, там есть рутина. Да. В самом начале. То есть это уже придает такую как бы активность и, как ты сказал, торжественность. Там есть сварцанда. Даже не акцент, а сварцанда. Там есть точка. Вот. Поэтому давай мы сейчас в этом характере постараемся все-таки сыграть. Что-то мы как-то взяли вот с Лигой. В принципе, можем разделить, да. Я тоже, да, я вижу, что играют отдельно. Вот просто до подцепи. Ну, так же, как и второй раз, да? Да. Одинаково. Да, так лучше. Это много четче. И здесь, наверное, лучше третьим, да, вот эту верхнюю ноту? Или пусть четвертым. Да? Тут как удобно. Ничего тебе не могут сказать. Ну, кажется, она как-то у нее дохленько звучит. На четвертом. Я попробую на третьем. Да, на третьей сложнее попасть в этом случае. Угу. На третьей сложнее попасть. Ну, звучит так по-мясистее, поглубже. Ну, может быть, но четвертом зато по надежнее по интонации. В данном случае. Больше шансов, да, попасть. Я так скажу, 100% шансов тебе вообще никакая подготовленность, причем никому. Вот, поэтому играй так, как тебе удобно. И самое главное, уверенно. Старший брат. Кому больше заботы доставалось от родителей, тебе или
Мне и правда. Примерно одинаково. Одинаково. Мне кажется, да. У них равноправие. Когда маленькая, кому все-таки требовалось больше внимания? Конечно. Тебе, конечно. Во-первых, девочка. Ты правильно совершенно сказала. Маленьким надо больше внимания и заботы. И маленьким детям в том числе. Понимаешь? Поэтому у тебя осталась маленькая нотка. Ты на нее оставила вот такой значок. Это справедливо. Нет, конечно. Давай. Хотя по одной ноте, если ты проучишь там.
тебе неудобно, и всем будет неудобно. Выноси ручку. Подстраиваю верхний голос.
Сейчас, кстати, было лучше в интонации. Но ты не забывай, что это такая же музыка, и там тоже есть фразочка про кой, пожалуйста. Не просто играй октавы, как этюд. Это не этюд. Ну, просто изложено вот... Считай, что это вот вы и дуэт играете. Каждый из вас играет очень выразительно. Почти уходи сразу же на нижний голос, почти сразу же тянуть два голоса, и ты слышишь, что они не чистые, не надо, сразу же на нижний голос. И нижний голос во время игры не исправляй. Если хочешь подправить, то чуть-чуть подправь верхний. В начале ноты, стремительное ведение. Получается, мы как бы толкаем смычок, чтобы получить это. А укольчик мы обязательно делаем? Да. То есть укольчик стремительно. Хорошо, так, спрошу. А вибрация можно делать? Да. Если, допустим, мы вначале будем более активно вибрация, а потом уже будем ее делать более спокойно. Хорошо. Следующий вопрос. Чем отличается акцент от сфорцанда? Акцент – это, получается, мы делаем… Давай. Мы указательным пальцем немножко делаем уху. Это акцент? Это акцент. А сфорцанда мы… делаем стремительный смычок и еще и уху. Ну, то есть то же самое, что акцент. А я специально, я тебя хотела запутать. Я тебя и запутала. Мы же не разговариваем на эту тему сегодня. Подумай. Нет, акцент – это просто стремительное ведение смычка, а сфорцанда – это стремительное ведение смычка и еще и надо поставить смычок на струну и от точки уже сделать стремительное ведение смычка с уколом. А акцент стремительное ведение смычка с уколом тоже? Нет, просто стремительное ведение смычка. Смотри, а если у меня все ноты, например, со стремительным ведением смычка, а одна нота тихая, без стремительного ведения смычка, это будет считаться акцентом на эту ноту?
Почему? Ну, она говорит, тебя более... Зато мы на нее обратили внимание. Это же акцент. И все на нее обратили внимание. Акцент, смотри. Не буду тебя больше мучить. Акцент — это акцентуация внимания. Это не всегда то, что ты говоришь. Чаще всего, да, это укольчик, там, смутильное обвинение смычка или, ну, что-то такое. Но это надо обратить внимание. Если, например, ты все ноты играешь форте, а одну супер тихо, то это, в принципе, тоже акцент. Потому что ты на нее обращаешь внимание. И обращаешь внимание всех именно на эту ноту. Вот. А вот сфорцендо – это всегда то, о чем ты говоришь. Ну, такой, если прям грубо сказать, удар. Удар смычком. Вот это уже сфорцендо. Акцент, может быть, я поэтому тебя и спросила, а можно его сделать вибрацией? Может быть, по-разному сделать. Вибрации в том числе. И мягкий акцент тоже. И ты, когда видишь акцент, ты должна все-таки спросить у себя, какие они здесь. Какой характер в целом и какие акценты тебе кажется здесь будут, ну, максимально актуальны. Вот. Они... Если ты скажешь, что вот здесь, вот в этом каком-нибудь месте, вот эти акценты, ну, мне нравятся, такие прям, то окей. Но как ты думаешь, какие здесь еще могут подойти? Если ты до этого все играла певучим, в принципе, да, там довольно певучее место. Все ли? Что? Может быть, более певучие акценты, может быть, просто чуть-чуть вибрации добавить? Может. Ты должна всегда себе задавать этот вопрос. Я понимаю, что ты еще маленькая, но чем раньше ты начнешь вот так мыслить, тем в будущем тебе будет легче учиться. Давай. Теряешь вот эту активность и характер либо из-за того, что ты не играешь пульти, либо еще из-за каких-то вещей. Ты все время хочешь так чуть-чуть попеть там в начале. А вторая часть у тебя почему-то очень активная. Немножко все с ног на голову перевернуто. Хочется вот, вот эту первую часть до средней играть более активно, более напористо, более энергично. А вторую часть, там есть и форте, там есть и два пиано, и я понимаю, что довольно романтичная, выразительная музыка, но все равно характер такой, ну, более спокойный, не такой экзальтированный. Давай дальше. Нет, я так была. Они не нужны здесь, не делай.
простите, ради бога, через кабинет телевидения уделите 5 минут, хорошо? Спасибо. Да, к вам поднимемся. Что-то скажите. Можно, чтобы девочка что-то сказала? Можно, чтобы прям, не знаю, педагог? Ну, то есть, такую сделайте живую картинку, пожалуйста. Они сейчас в аудио. Да, да. Чего вы убегаете? Ну, да. Повторяет
самостоятельно не может. Вот все какие-то крупные профессора, там, да, когда кто-то приходит, и говорит, у меня вот или там у ученика зажата левая ручка, он играет фальшиво. Нет, и они все говорят, у вас зажата правая рука, а левая зажата по остаточному принципу. Поэтому если плохая интонация, Глеб Панкрутининов тоже так сказал, Царство Небесное, если плохая интонация, распустите правую руку. Вот. Поэтому ты должна всегда. И вот из-за этого существует, да, там, куча вот этих вот присказок, что чем сложнее место, тем спокойнее ты должна быть внутри. Не потому, что это как-то работает волшебным образом. Нет, это работает так, что ты спокойный, у тебя свободные руки. И тогда ты попадешь, потому что ты чувствуешь гриф. Как только ты поджимаешься, то попасть у тебя шансов, ну, если они даже есть, то их очень мало. Поэтому спокойно, иди наверх спокойно. Ты можешь даже чуть-чуть замедлить, ты можешь спокойно пропеть. Но вот так вот подсобираться не надо. Сама себе сокращаешь шансы на победу. Давай. Еще раз.
Спасибо.